Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Я продолжаю проходить GTA San Andreas. Как видите, я уже взял миссию, поехали. Итак, вот я доехал. Кто, наверное, не знает, есть шанс того, то, что если вы сядете за все эти машины и не будете... Ой, и скиньте их в реку. Есть возможность того, то, что когда Вузи выйдет из своего клуба, то что еще? Из своего клуба, то он не сможет ни на чем уехать. Ну и слава богу, что охранников не пришлось мне убивать сейчас, потому что они очень проблемные и накоцали бы мне сейчас ХП из-за того, что я машины скидывал в реку. Так, сейчас по-быстренькому скинем все машины в реку. Даже свою. Мало ли. И зайдем к этому Вузи. Как вы поняли, мы его должны сейчас убить. У нас миссия такая. Так. Также там вон два мотоцикла еще. Скорая помощь что-то кайфует. Я как я вижу. Взорвалась еще тоже. Прикольно, прикольно. Однако. Так, мотики давайте тоже скинем. Кто там бегает-то? Кто-то бежит. Кричит, точнее. Бежит. Давай, СиДжей. Толстячок. Так, последний мотик и еще одна машина. Все, отлично. Так, ну это уже взорвалась вроде как. Пожарная эта машина. И осталась только вот эта машина и все. Ну давай, СиДжей, быстрей, быстрей, быстрей. Все уже ждут, чтобы зайти в этот клуб. Так, отлично. Все, заходим в клуб. Тут у тебя будут невидимые охранники, не обращайте внимания. Так как они умерли, они будут общаться с нами. Проберись в клуб через крышу. А хотя они ничего не сказали. Видимо, касцена прервалась из-за того, что охранники мертвы. Так, сейчас желательно не накоцать тебе здоровье. Потому что оно сейчас важно будет в этой миссии. Вот так, тут нет другого пути, потому что я не хочу себе коцать здоровье. Нет, нет тут такого выбора. Давайте попробуем сходить сюда. Может есть здесь что-нибудь новенькое. Или только забираться сюда. Ну ладно. Придется немного покоцать КПС. Блин, так и не хочу это делать. Да, вот немного покоцались. Это очень плохо. Ладно, попробуем выиграть Вузи этого. Подкрадись к жизни, ты должен добыть номер. Подвинься, двинься. Опять тот самый день недели. Ваш кормитель сейчас сделает тот самый особый звонок. Если я хоть на минуту бы решил, что кто-то из вас тянет у меня все деньги, или что-то по типу того. Джиз, смотри, что на этой неделе поднял нормально. Мы на мили, сладкий. Заткнись, мать твоя, я делом занят. Заткнись, мать твоя. Невростеричка. Слышь, Джиз, надо кое-чего перетерять. Ну, друг, тогда говори, мы же все время заняты. Доброе слово тут, мудрое изречение там. Блин, я прям ходячий сборник поговорок. Нет, ты облажался. Да, да ты чё, слышь? Но я ведь могу не так понять, ага. Я не отделен, но это и как и... Не добрый, не мудрый, нет, бестолковый. Видит Бог, я пытался. Нет, ты облажался, когда мне поверил, пижон. Да брось, Но... Ты продажный, барыжный коксом кусок странного говна.
Господи, чего все ждут? А завалите кто-нибудь этого нигера. Жизнь смывается, догони его. Так, убиваем всех. Да что этот диван? Падла, подохни. Так, все, поехали. А, не, мотоциклист все-таки появился, блин, по скрипту, а, зараза. Далеко не убежит. Я колесо ему проколол. Мне самому теперь не на чем гнаться за ним. Блин, это что, проигрыш миссии, что ли? Ну да, Джизи сбежал с телефоном. Так, я продолжаю. Вот падла. Так, садимся быстрее на что-нибудь и езжаем за ним просто. Поехали. Сейчас я ничего не сбрасывал. Как видите, это не помогло. Так, все. Убиваем его. Все, отлично. Телефон у тебя. Цезарь, второго чего, как сам? Надо встретиться с 69-й пирс. Мы вынесем синдикат Лока. Окей, брат Телло, тебе помочь? Не, я разберусь. Отлично, миссия пройдена, 12к заплатили нам. Все, погнали домой, сохранимся и выезжаем на пирс 69. Так, я подъехал к пирсу 69. Где он? Вот он. Причал 69. Слышь, брателло, я наверху, зайди сзади. Поднимитесь по лестнице и поговорите с Цезарем. Окей, братишка. Здорово. Молодец, что позвонил. Ну чё там, Жизи? Мёртв. Ну что, какой план? Охранники Тибона появились заранее. Они выставили посты на крышах, чтобы следить за нами или за кем-то. Телефон и звонок. Эй, а, так, ага, вижу тебя. Это пацаны в УЗИ, они на месте. Смотри, рядом с боковым входом. Блин, они двинули на крышу. Вот говно. Мира, сначала надо вынести пацанов Тибона на крышах, и только потом жечь на полную. Все отлично. Погнали. Да блин, это было тяжко. А вот и Тибоун. А вот и гадюка Райдер. Ты глянь на это, урод, тусит с Балса, будто они друзья с детства. Чё-то не то, а где Торена? Вертолет на подходе. Это Торена стопудово. Говнина. Он уже увидит трупы. Он же увидит труп. Поздно, он сваливает. Дымовые шашки. Ну вот эффект неожиданности накрылся. Надо валить этих дурил прямо сейчас. Наконец-то я попал, ура! Все, погнали. Ты чё, Цезарь, бегаешь так быстро?
Все, заходим на этот пир 69 и валим всех. Да, блять, куда вы так едете? Так, откуда? Заходим отсюда. Падла тоже села. А вот ты, сучка. Вот, оказывается, где чел ныкался, а я его не видел. Ага, вижу. Бежим. Сейчас мы... Где еще есть? Вон, вижу, дурил одну. Так, это свои. Кого стреляют, я не пойму просто. Че за падла? Почему он бронированный? Ничего себе, я паркурист. Так, обойдем их отсюда, попробуем, что ли? Так, здесь смотрим. Никого вроде. Притормози, Карл. Ты оставил Цезаря. Ага, вижу. Хорошо, убили. А я сейчас подохну, пацаны, лол. Отлично, также и этого урода завалим сейчас. Хорошо. Мендес, я тебя вижу, Рифа Херифа. Все, подохни, типа он Мендес. Слышь, Райдер, торчок херов. Куда это ты собрался? Меня не остановишь. Он двинул к катерам. Не переживай, я разберусь. Прыгай в воду и плыви за Райдером. Блин, я не такой скоростной, как он. Убей Райдера. Окей. У нас намечается минус 3 пока что, если считать Джизи и Тибоун Мендеса. Все, Райдер устал. Ой, Си-Джей устал. Чё-то я затупил. Протупил немного. Блин, главное, чтобы он меня сейчас не убил, потому что, как видите, у меня тоже ХП не так много. Эти падлы все ХП мне потратили. Твари. Ну же, давай, Си-Джей, быстрее, толстячок. Плыви быстрее, быстрее, быстрее. Вон он уже за катер сейчас сядет. Он ждет меня. Ну и слава богу. А, нет, урод. Сука, садись, дебил. Это же мой мега-катер. Убей Райдера, ты можешь завалить его, держась параллельным курсором и расстреливая катер. Понятно. Просто я немного тут времени потерял из-за Карла дебилища этого. Тупорыла. Куска дерьма. Ну же, быстрее, поддай ходу, Си-Джей. Что это такой медленный? Так, его только с краю, да, мочить можно? Ты сдал нас, Райдер. Ты всех нас кинул. И сюда, сучонок. Падла, а? Ныкается. А я попадаю по катеру или так чисто пули видны, а не попадает? Походу я не попадаю, пацаны, это плохо. Давайте перекрываем дорогу и стреляем.
Не, он все, он горит. Ты труп. Ты труп, подонок. Телефонный звонок. Ну, как сам Цезарь? Ты как, кореш? Мы сидим с биноклями, смотрим с пирса. Ага, все, вроде все в порядке. Пора свалить, копы набегут с минуты на минуту. Ясное дело, увидимся в гараже. 15к, отлично. Блин, а труп райдера не видно случаем там. Я бы посмотрел на него. Не, ну ладно, поехали обратно, короче. Так, я сохранился, поехали. Я думаю, теперь будем выполнять миссию УЗИ. Буквой W, где обозначается. Туда и сейчас едем. Потому что у нее там были тоже интересные миссии. А затем вот у нас около гаража уже. В УЗИ будет там. Ну как? Как сказать, отметка дракона, так скажем. Там будем... После того, как здесь выполним все миссии, будем выполнять их там. Около этого дракончика. Братва с Облачной горы. Мы закрыты, Пакгай. Спокойно, друг, мне нужен Вузи. О, наверху. Тупорылый ублюдок. Я Джонсон, прибыл сюда, чтобы повидаться с Узи, я с ним работаю. Да, именно сюда. Знаешь ли ты о проклятии нашего босса? Проклятие? Нет. Он слепой. Слепой? Но мы с ним только на прошлой неделе гонялись. Да, знаю, он невероятно удачлив. И триады готовы сделать для него все, что угодно. Мы называем его нашим кротом-счастливчиком. Понял, учту. Good. Хорошо. Вузи. Привет, Карл. Как же туха, Вузи, как все вообще? Прямо к делу. Твоя помощь будет бесполезна мне, если я не в том, кто я такой и чем я занимаюсь. Позвольте мне представиться еще раз. Я возглавляю братву Облачной горы. Приятно познакомиться. Аналогично. Присаживайся, что ли. Поскольку я являюсь Дайло Триады, то отвечаю им, чтобы споры решались без причинения ущерба важным делам. А я тут при чем? Поживем и увидим. Я собирался нести визит одной местной триаде, которая почему-то не присутствует на последнем собрании Тонга. Пойдем со мной, и я покажу тебе, как триады улаживают проблемы без применения ненужного насилия. Ладно, я с тобой. Нам нужна машина, моя сейчас в ремонте. Ладно, не проблема. У триады кровавое перо и склад по ту сторону квартала. Посмотрим, кто они смогут сказать свое оправдание. Окей, и к чему этот разговор ведет? В последнее время у нас были проблемы с кое-какими мелкими вьетнамскими бандами. Все, мы приехали. Вот оно. Держись рядом с Вузи. Не, я, пожалуй, побегу наперед. А, мы на месте, сюда. Странно, обычно эти ворота закрыты. Держись рядом. О, черт, Вузи. Что тут за беда приключилась? Ой, я не знаю, что ты тут лежишь. Он мертв, они все мертвы. Кровавое перо уничтожено. Дайло, прости меня, я был слишком напуган, чтобы сражаться, и потом спрятался. Хватит, что здесь произошло? Вьетнамцы внезапно напали на нас, всех перебили. Черт, они снова тут. И закрылся. Так, вот эти падлы. Вьетнамцы. Идите сюда. Куда ты побежал, падла? Там через машину никак? Вон он. Башка у падлы торчит. Проклятые ублюдки. Вузи, отойди.
Нет, Карл. Не в тот момент у тебя перезарядка. Дубина. Блин, он не может идти и стрелять. Это неудобно. Да уйди ты. Вот это куш. В упор подошли, прикиньте, пацаны. Где еще? Вот он. Все отлично. Готовые. Пацаны. Как ты, сука, падла. Машину, быстро. У нас еще гости. На пролом, на. Падла. Ты садись за руль, а я загоню их обратно в канализацию. Пусть Вузи уничтожит машины с нападающим. А, их обязательно уничтожить, да, надо, то есть. Как бы нам самим не взлететь на воздух. Суки, отойдите от нас, дауны. Похоже, это последний. Спасибо, Карл, не пришлось убивать их самому. Окей, давай-ка вернемся ко мне. Отвези Вузи обратно в его квартиру. Вот, прими это как символ благодарности Тонга за то, что ты нам помог или что-то там. Я тебя опять не прочитал. Эти падлы быстро трындят. Давайте. Блин, зря. Ранфали. Привет, Вузи, уважаемый, как дела? Привет, Сиджи, познакомься, это Шук Фу Ранфали. Он глава Тонга Красный Геккон на западном побережье. Как вы поживаете? Хрип. Куна отправил послание от Коулуна. Вьетнамская мафиозная семья, братва Дананг, собирается переехать в Соединенные Штаты. А это может объяснить подлое нападение на триаду Кровавое Перо. У нас могут быть проблемы. Шукфу хочет, чтобы ему вернули груз. Курьер оставил его в тайнике в аэропорту. Сейчас дело получило наивысший приоритет. О, я могу это сделать. Он из триады? Из Облачной горы? Нет, мой личный друг, и он меньше всех. Привлечет к себе внимание братков из банды Дананг. Окей. Спасибо за поддержку. Возьми себе машину с автостоянки аэропорта. Окейушки, окей. Так, я подъезжаю, но заехал не с той стороны. Обидно. А давайте что, я спрыгну, дурак. Сейчас в обратку я хочу вот это все. Это что? А, это мент. Ха, так тебе и надо, падла. Не будете меня убивать в следующий раз. Тебе нужна машина. Ну там она как раз стоит, сейчас до нее добежим. Или же все-таки взять. Вроде сзади слышу машину. Нет? Ментовский. Ментовский мотик. Так, давайте все-таки возьмем. Быстрее доберемся, время не будем тратить. Все, погнали. Ой, как она далеко. Не зря я машину брал. Так, в этом отсеке она. Не в отсеке, в этом. Ну, вы поняли, короче. Вот она. Так, если я... Я помню, вроде ее покоцать нельзя. Это засада. Братва из банды Данак перекрывает все пути к отходу. Отправляйся на машине в гараж. Ее покоцать нельзя. Да, повреждение вон. Стопы не туда. Вот сюда. Все, надо отвезти ее куда-то там. Хз куда. Далеко ты не уйдешь. На, падла. Тупорылая вьетнамская падла. Еще одни ребятки на подходе.
Так, как легче? Так, это сзади где-то тут. Стоп, куда? Куда это? Алло, так далеко ехать, что ли? Блин, меня бесит эти переезды постоянные. Куда-то в жопу мира просто. Нам пофиг, поехали уж куда-нибудь. Выезжаем. Выезжаем из города, короче. Стоп, или это вообще в городе где-то у нас? Вроде в городе, нет разу. Стоп, это я вообще не туда вроде. Так ведь? Да, это я не туда, нам назад. Или это туда же машину эту отвезти? А, вот сюда, ёкарный бабай. Вот я дурак. Я думал вообще за город куда-то выезжать. Слава богу, что не надо никуда выезжать. Это за город, блин. Эти переезды бесконечные бесят меня просто. Ну ладно, хоть сейчас они не дали переезда такого огромного. Куда-то ехать там в жопу мира. Чисто на в порт куда-то там, наверное, я думаю. Машину отвезти эту. И все. Эти пацаки что там догоняют? Она догоняет. Ну едьте, давайте, да. На мотике. Гонят там. Со скоростью света. Давай, давай, потей. Что-то не догнал. Зато он впереди уже ждет один. На машине уже даже. Воу. Вот, мы доехали, в принципе, была легчайшая миссия. 6000 баксов. Авторитет плюс. Что еще нужно для СиДжея? Больше ничего. Так, ну-ка, стопы, не-не-не-не-не. Карл, не тупи, не глупи. Давайте лучше похаваем. Восстановим все здоровье, потому что я думаю, сразу начнем миссию. Давай. Главное, чтобы быстрее восстановить здоровье и все. Чуть-чуть побольше похаваем. Все, 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 выходи, давай, давай. И так плаваешь, блин, долго. Бегаешь, блин, когда. Когда бегаешь, устаешь. Падла. Он жрет и жрет, там стоит. Так, а, к нам к Вузи надо. Ну, а с ноги ему как дал. В пачку прям зарядил он. Очухаться не успел. Как уже на земле. Так, давай, Вузи, поехали к тебе. Так, все, доехали. В принципе, можно слезать. Приманка. Хоть мне и приятно делить с тобой мой дом, но нам надо выманить этих ящериц на жгучее солнышко. Они за нами сюда увязались. Братва Данг следит за этой квартирой. Как только мы уйдем, они попробуют убить его. Слушай, в чем тут проблема? Просто уезжаешь отсюда. Заманишь их в тихое место и затыкаешь их в плоский задниц только без обид. Никто не обижался. А ты забавный. Слушай, пока они думают, что мистер Фарли находится у меня на заднем сиденье, они поедут за мной хоть к черту на рога. Через некоторое время ты сможешь выйти без лишнего риска. Все очень просто. Хе-хе. Изумительно. Если вы справитесь, то вас будет ждать награда, мистер Джонсон. Забирайся машину, приманку. Так, все, тебе надо выехать из города. Главное, чтоб меня сильно не покоцали, когда я буду ехать до с контрольной точки. Не выходи из машины, приманки. Я типа приманка, пацаны. Все на меня. Так, нам надо сейчас выехать из города. За нами, по идее, эти вьетнамцы должны гоняться. Так, я надеюсь, я в жопу опять не заехал какую-то. Вот здесь вроде выйти можно.
Я надеюсь на это, пожалуйста. Дайте мне выйти. Отлично. Вроде как эта дорога ведет, чтобы выехать из города Сан-Фьера. Главное сейчас еще и не перевернуться, как дебилич. Так, они вроде на хвост должны сейчас сесть уже. Начать стрелять в меня. Падлы вьетнамские. Так, вот мы доехали. Так, все, смотрим. Зачем дверь открыта? Следуй через контрольные точки в загородной местности. Вот эти козлы. Так, пацаки, давайте вы меня коцать не будете. Блин, я не знаю, сейчас попробуем пройти так, чтобы их вообще не трогать. Но похоже, без этого никак. Как видите, они просто меня уничтожают. Так, они врезались, это хорошо. Но за мной еще едут. Подкрепление, да. Мой внедорожник очень медленный, очень. В гору он едет так медленно, что капец. Я думаю, что я проиграл эту миссию. Ну, сами видите повреждения и сколько их сзади едет. Тут немножечко Unreal пройти. Так, ну попробуем вырваться. Вижу их, они едут за мной. Так. Так, вроде смысла снизу ехать нету. Они и так за мной... Блин. Испугали. Вот эти падлы за мной, а? Твари. Давайте, пацаны, пожалуйста. Я не хочу перепроходить миссию. Это слишком долго. Плюс к тому, я не сохранялся еще, нифига. Так, вон они едут. Надо было через низ ехать здесь. Хоть бы в туннеле меня не трогали эти падлы. Вьетнамские рожи. Навык вождения плюс. Хоть это радует. И то, что я их пока что не вижу на своем хвосте. Так, уже вижу. Уже плохо. Все очень-очень плохо. Надо отрываться от них. А, все, так я приехал, лол. Это была изи-каточка, пацаны. Все, контрольная точка. Эй. Мистер Джонсон, это Гуппи, вы в порядке? Да, все путем. Эти кретины проглотили наживку. Мистер Ранфали в порядке? Да, спасибо, Вузи его отвез в безопасное место. Отлично, увидимся позже, чувак. Это приманка, возвращаемся в Чайнатаун. Все, плюс 8к долларов. И это очень хорошо. Авторитет для CGI, ну, авторитет надо зарабатывать все-таки. Ладно, продолжим, как только я приеду в город. Так, продолжаем, давайте. Сохранились, блин. Кто там звонит еще? Свинья! Каталина, это ты? А, это был пранк, так скажем. Так, сохраняемся. И продолжаем. Стоп, не туда, блин, чуть не начал миссию. У Вузи мы продолжаем, дорогие друзья. Он что, с копом дерется? Совсем больной ублюдок. В принципе, копа не так сложно и выиграть тут. Не так сложно выиграть тут копа в GTA-шке. На кулаках.
Ну, если ты не Си-Джей. Этот фактор тоже учитывать надо. У меня ездит на мотоцикле плюс. Это хорошо, это мне нравится. В принципе, мы доехали. Десантная операция. Мне надо кое с чем разобраться. Что? Послушай, хватит меня отвлекать. А как ты себя чувствуешь? Имеешь в виду, умею ли я плавать? Ага, плаваешь хорошо? Нет, не могу. Черт, проклятие. Как у тебя это получается? Прежде чем приступать к этой миссии, ты должен попрактиковаться в подводном плавании. Я понял. Мы не способны на эту миссию, ребят, видимо. Давай тогда не будем хер с этими миссиями. Пойдем к этому дракончику. Поедем даже, так сказать. Так, все отлично. Последний полет Торена. Карл, это Вузи. У меня для тебя кое-какая информация. Здорово, Вузи. Один из моих людей нашел фургон, который ты искал. И Торена? Да, он там. Похоже, он собирает что-то приходить и смыться на вертолете. Они уже начали грузить коробки. Кое-какие факты о Торене не сходятся. Сообщи, если что-нибудь услышишь. Торен садится в вертолет на вертолетную площадку. Доберитесь сюда и останови его. Ох, я думаю, эту миссию я пройду не с первого раза. И буду гореть, пока не пройду эту миссию. Потому что она очень сложная. Особенно с моими обстоятельствами, с мышкой моей. Падла. Так, высаживаемся и погнали мочить этих лохов. Блин, я думал, меня убили. Так резко кадр сменился, что я аж наложил. Ладно. Так, берем быстро все. Доберись до трассы и сбей вертолет. Окей. Сейчас мы на моем мотике, модном это... Стоп, тут мотик другой, кажется, был, да? Вот он. Поехали на нем. Так, где он там? Это падла Торена. Нам надо на трассу выходить. И мочить его. Куда ты прешь-то, падла? Так, немного наперед летим. Так, станем здесь. Достанем быстро вот эту шнягу. Ни разу не попал! А, нет, лол, с первого раза. Ой, как сказать, с первого раза, с тысячного. Так, 18 тысяч мы заработали, и это очень хорошо. Кух, слава богу, что миссию прошел с первого раза. Попал только не с первого, а с 20-го, наверное, или с 10-го. Ну и слава богу. Так, стоп, куда я еду? Не туда. Так, сохранимся. Я думаю, школу вождения пройдем, что ли. Так, опять мышка. Сохраняемся. Отлично. Давайте пойдем тогда пройдем школу вождения, что ли. Раз у нас миссии совсем почти что нет. Ну, как сказать, у Вузи нам нужно прокачаться там в воде. А я думаю, прокачаюсь я точно не при записи, а вне кадра. Поехали, пройдем, что поделать.
Снова в школе. Давай в школу продвинутого вождения. Чтобы сдать на сертификат, чтобы получить во всех 12 испытаниях, по крайней мере, бронзу, чтобы посмотреть, как проходится каждое испытание, воспользуйся телевизором. Прохождение этому испытанию позволит перейти к следующему испытанию с программой обучения. Можем в любое время вернуться и посмотреть набранные очки или попробовать пройти новые испытания. Так, поехали. Снова в школе. 360, блин, вот не помню точно. Начать пробел, навигация, вот так. Блин, вот не помню. Так, чтобы начать, нажми и удерживай. Блин, не помню я, вот не помню. Сука. А что-то не так, что не так-то? Нужно набрать минимум, ну да, понятно. Прикол какой-то или чё, я не понимаю просто. Нет, не так, вот. Это за паралич только что была, на похер. 180. Давайте попробуем. Ну ламп пойдет. Ну, пофиг, сейчас главное набрать чисто. Ладно, давайте вправо, пофигу. Просто пройти, короче. Ох-ох-ох. Вот это вот мы сейчас нормально так просрались. Хорошо, пойдет. Так, тут 5 кругов вроде намотать. Не останавливаясь. Давай-давай. Что за брехня, лол? Либо это не засчитывается из-за того, что я круг сбил этот. Да, видимо, из-за этого. Дерьмищ. Блин, за это столько времени потратил. Падла. Я думаю, 3 из 5, 3 из 5 постоянно. Что за фигня? Ну, это бред, пацаны. Я не виноват, тут просто баг случился небольшой, так скажем. Последний круг. Давай, Сиджи. Хорошо. На золото. Навык рождения плюс. Так, что тут у нас? Просто проехать. А, и обратно также. Ну, давай вправо, ладно. Хорошо, хорошо, 90, окей. Лол, просто с первого раза, но лучший в мире я. А, вот тут застрянем надолго. Потому что эта миссия... Очень трудно удержать баланс, ну то как бы рандом решит.
Так, ладно, чуть-чуть мы вот так вот. Быстрее. Нет. Ну почти доехали, ну ладно. Стоп, а если... Нет, вообще говно. Если прям вот так вот. Нет. Блин, так просчитать надо все это дело. Нет, дерьмище, давай, next. Быстрей, быстрей. Нет, нет, быстро. Блин, я не понимаю просто. Ой, боже, меня сейчас это говно добесит просто. Сучья. Сука, мразь нахуй. Стоп, а чё если... Быстро, быстро, быстро. У меня уже палец устал нажимать на эту кнопку конченую. Пацаны, свершилось, я это прошел, говнище это тупое. Вы не представляете, сколько я потратил на это говно. Все, давай, вправо, влево, налево. Что ты делаешь? Дурачило. Давай, давай. Ладно, кончи. Боц. Все, отлично. Говно это. Перехват автомобиля. Ну, полицейский этот. Хер. Нет, надо прям его дожимать потом. Больше надо брать. Вот сейчас. Прям давить говно это. Все, алли-оп. Это прыжок. А там все увидели. Стоп. Не, не так, не так. Это по-дурацки. Я по-тупому сделал, я забыл немного. Просто вот так надо. Вот так, только перевернуться. Ну ладно, давайте просто посмотрим видос и все. Ну вот, вы поняли, короче, да? Перекрутиться вот так вот надо. Давай, 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 падла сраная. Ладно, это даун. На дауничах. На тупичах просто. Давай быстрее уже, это животное. Ой, кажется, я опять сейчас пригорю немного. Попробуем с другой стороны. Не перекручивай. Мразоту эту конченую. Но с левой стороны вроде больше вероятность у меня была только что. Не хотя такое же дерьмище. Давай. Итак, пацаны, у нас последняя миссия. Я прошел ту, блин, эту дерьмище, бочку эту. Алиоп, как там называется? Ладно, последняя миссия, поехали. Не миссия, а как это, блин, не знаю даже, как называется это. Задание, что ли? Надо просто проехаться по городу. Фух, как я... И да, пока покоцать... Короче, если вы будете врезаться, это будет засчитываться, и для вас это будет очень плохо. И вы не сможете пройти эту хрень. Поэтому будем пытаться не врезаться. Аккуратненько ехать. Ну, конечно, время тоже засчитывается. Также останавливаться здесь нельзя. Если я не говорил этого вам. Так, вот уже поворот тут. Мы доезжаем до этого поворота, да? Так, машина едет, все нормально. Так, все, поехали. Машина быстрая, базару нет, но... Ну, сука, ты куда поворачиваешь, дебил? Просто конченый, вы видели этого конченого дауна? Ой, просто заруинил всю жизнь, тварь эта. Тупорылая просто, разработчиками необдуманная мразь. Просто не видит то, что я еду, не поворачивает тупица эта тупая мразь. Животное. Ой, придется заново делать все. Перепроходить.
Вот опять животное, еще одно тупое животное, которое не может посмотреть, едет ли машина или нет. Справа-слева. Да, куда ты прыгаешь, дурачила? Тупая. Так. Как... Машина скоростная и дрифтует много. Поэтому шанс оказаться в помойке слишком высок. И проиграть эту миссию. Так, ладно, пофиг, едем просто вперед. Пропустим чуть эту метку и там свернем. Как видите, заносит просто жесть. Так, присраемся за этой тачкой. Так, вот сюда, быстро, 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 не останавливаемся. Так, вот все. Так, главное сейчас, чтобы меня ничего не застопило, пожалуйста. Так, вот финиш. Все, хорошо. Ну, все, насрать, короче. Все, мы прошли это дерьмо, просто выходим отсюда и говорим нахер сжечь эту школу вождения. Привет, Цезарь. Кокс увозит из... А, не-не-не. Это говно, это нам не нужно. Падлы, а. Давайте, менты, отсюда валите. Нет, пацаны, нормально вообще, зебры даже нету. Хотя какая зебра? В Америке там, наверное, даже зебры нету. Ну ладно, пацаны, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируем, не забываем. Подписываемся на меня в Инстаграме, все есть в описании под роликом. Что ж, на этом все. Всем удачи, всем пока.